рамках взаимодействия Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Российского фонда прямых инвестиций и партнеров Соединенного общества, вернее, РУП Велмедпрепараты и компании Генериум Российской Федерации, сегодня произведена первая пробная партия российской вакцины «Спутник Ви», который выпущен на мощностях нашего предприятия. Она называется «Валидационная серия». Это является очередным шагом передачи трансфера технологий. Достаточно сложный процесс, но это первый уже практический шаг по локализации вакцин, который говорит достаточно хорошей успешности данного направления. Напомню всем, что данная вакцина впервые вне границ Российской Федерации была у нас, проводилось клиническое испытание. Впервые мы были зарегистрированы, мы стартовали с ней тоже раньше всех. И вот еще раз повторюсь, стартовали уже с практического применения, с практической реализации, локализации данной вакцины. Что говорит о наших контактах с российскими коллегами, не просто как в рамках торговых сделок или поставок, а в рамках стратегического взаимодействия. Промышленный выпуск мы планируем выйти на март-апрель. Все зависит, естественно, вот от результатов того процесса, который мы сегодня начали. Промышленные серии, то есть, понятное дело, они будут уже полноценные. И объем мы рассчитывали для начала, естественно, он будет зависеть от потребностей Республики Беларусь в вакцинном препарате и от возможности наших партнеров по предоставлению активного компонента для производства. Изначально мы строили нашу стратегию на предприятии, это, да, действительно, 500 тысяч доз в месяц, но время идет, посмотрим.